встречаем Отвигу на корабле. Город Кангас. У нас пасмурно. Вот такой красивый вид на океан. Подъезжаем к нашей цели, город Кангас. Еще, конечно, очень большой туман, но по ходу вам покажем, что там, потому что мы смотрели очень красиво, набережная красивая. Ну и будем вам все показывать. Мы в Кангасе зашли просто попить пиво. Жарко уже. И смотрите, здесь что дают к пиву. Целая тарелочка. Здесь мясо с картошкой, хлебушек. Мы уже заказали меню Дель Дия, чтобы покушать, а нам уже здесь дали. И вот теперь вопрос. Если мы возьмем по второй чарочке оба пива, нам еще принесут, получается, по такой же тарелочке? Слушайте, мы, конечно, всякое видели, но чтобы вот так вот подавали к пиву, обычно подают орешки, чипсы какие-то, семечки, а тут просто к пиву дали блюдо с мясом и с картошкой. Как жаркое. Мы очень приятно удивлены. И вот находимся внутри города. Это старый город Каско-Антиго. И здесь, посмотрите, какая архитектура. Вот в Галисии у них прям везде вот такие балкончики, такая ковка. Вот это уже современный домик. Вот это тоже старый домик, но просто отреставрирован. Узенькие улочки. И везде, смотрите, везде-везде камень. Или брусчатка, или камень. Вот такие улочки в городе Кангас. Тоже все из серого камня. И посмотрите, какая красота. Какие балкончики. Это очень старый дом, конечно, отреставрирован. 1884 год. Да, 1884 год. А еще смотрите, какая красота. Обычно вот фонтанчики с питьевой водой в Испании, они очень красивые. И вот этот, смотрите, какой классный. А внизу вот он фонтанчик. Можно попить воду. Попробуем. Да, вода идет. Все отлично. Что у нас тут? Такой, видите, старый, да? Видно прям. Очень красивый. Так что можно летом в жару подойти и попить свежей водички. Переходы между улочками. Вот такие лестницы. То есть, чтобы подняться на другой уровень, нужно по лестнице подняться. И вот там тоже дальше, тоже сбоку. Вот здесь лестница, видите? И вот так, каждый уровень, вот такие старые лестницы. Сейчас пойдем вверх. Такое ощущение, что мы идем по какому-то средневековому городу. А нам предстоит подняться вот по такой высокой лестнице. А вокруг все вот такое старое в средневековом стиле. Идем. Лестницы крутые. Но очень хочется подняться наверх, потому что вот там лес и горы. Походу, вот такие маленькие проулочки. Примерно где-то метр. Походу, вот такие улочки.
Вот все-таки смогли подняться. И здесь уже другие домики частные. Какие-то заброшенные, какие-то жилые. Вот. Воздух свежий. Небо сейчас ясное. Утром был очень сильный туман. Нам говорят, что это из океана. Всегда так каждый день. Изморозь. Ну и вот. Старый город у нас закончился. Вот так вам показали, что здесь есть, в Кангасе. И было очень приятно провести это время здесь.